Япония — это все-таки страна солнца. Оно здесь другое. Какое-то японское. Добрый вечер. Сегодня 19 января. Я вышел на связь из Японии. Валерий, руководитель Japan Premium. Веду вещание с центра Токио, Токио Station. Вот, у меня есть хорошая новость. Сегодня таможня наконец-то прошли наши контейнера с кормами, лакомствами и долгожданным грумингом. Аригато. Контейнера через 25 дней будут уже у нас на базе. И мы сможем восполнить провалы по кормам, провалы по грумингу. Кстати, много новинок по грумингу. Мы скоро сделаем обзор. Вы сможете узнать, какие интересные новинки пришли. Ну и пользуясь этой возможностью, я бы хотел обратиться к нашим подписчикам. Мы имеем проблемы, как и все, наверное, имеют проблемы с порванными цепочками по отгрузкам, с перебоями поставок. Вот я, собственно говоря, прибыл в Токио, чтобы встретиться и пообщаться со всеми нашими партнерами, заводами. Полечу на Хоккайдо, в наш Ниокор. У нас там работают научные сотрудники. Если у вас есть пожелания по грумингу, по кормам, по лакомствам, по уходу, пишите нам в директ, пишите в комментарии. Вот, на встречах я постараюсь учесть все эти проблемы, ну, насколько это возможно, донести до наших партнеров, что нам нужно, какие новые продукты, как улучшить те продукты, которые мы сейчас имеем в линейке, на что обратить внимание. Вот, я считаю, что нашим собакам и кошкам тяжело передать информацию, поэтому лучше владельцы, если будут с нами держать прямой контакт, прямую связь. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Аригато.